зовут Ева Бельченко, я проектный директор 1991 Мариуполь, Центр развития стартапов. И сегодня у нас первый демо-дэй на территории Восточной Украины. 7 стартапов будут сегодня презентовать свои продукты, рассказывать о тех технологиях, которые они придумали для того, чтобы оптимизировать нашу с вами жизнь, полезную, классную технологию, которую можно превращать в компанию, в продуктовый бизнес и делиться ею со всем миром. Мариуполь на самом деле сейчас становится современным молодым городом. И я считаю, что набирающий темпы направления развития — это IT и в Украине, и в мире. Поэтому Мариуполь обязан развивать IT. Очень важно, чтобы все творческие люди могли найти себе здесь применение, чтобы они могли здесь себя реализовать, получить новые знания. Shopify Serial Case. Мы разработали специальную программу, благодаря которой можно продавать цифровые товары через платформу Shopify. Меня зовут Татьяна Рак, я представляю стартап Юнка. Мы делаем проект эко-доставки в городе Мариуполе. Меня зовут Николай Высоцкий, я фаундер проекта Pro Battle. Мы объединяем музыкальные онлайн-конкурсы, сферу батлов для формирования новых категорий музыкальных конкурсов. Наш проект стал возможным благодаря поддержке USA. И сегодня первый день в истории Восточной Украины, когда стартапы, которые родились здесь, будут презентовать свои проекты перед инвесторами и различными людьми из IT-индустрии. Я хочу розповісти вам про В'юнко. На сьогоднішній день велика кількість покупок дійсно здійснюється досі в офлайні. В цьому є ряд причин. Певні суспільні стереотипи, і все це ускладнюється ціновою політикою. Для того, щоб вирішити ці проблеми, ми запроваджуємо зручний інтерфейс сайту. Більш того, планується, що у сайт буде вбудований бот-асистент В'юнко, який допомагатиме клієнтам із реєстрацією, замовленнями та відповідатиме на найчастіші питання. Я представляю наш стартап. Система контроля посещаемости вахта. 2 секунды, 2 смартфона. Это все необходимые ресурсы, которые нужно потратить бизнесу для того, чтобы решить следующие проблемы. Закупка и обслуживание дорогостоящего оборудования, недостоверность получаемой информации, как мы решаем данные проблемы. Закупку оборудования мы заменяем смартфонами. QR-код сканирования позволяет исключить ошибки, связанные с умышленными действиями и человеческим фактором. Просто, удобно и доступно. Я презентую InCityBot. Давайте представим, вы приехали в чужой город как турист и встретили человека, который разговаривает на вашем языке и знает все об этом городе. Давайте назовем его другом. Вы говорите ему: друг, где мне поселиться? И перед вами сразу появляется список гостиниц, хостелов, контакты агентств по недвижимости. Этого друга зовут InCity, и он бот. Чем отличается ваш бот от помощника там Google, там либо Siri? Не нужно скачивать никакое приложение, он в мессенджере Viber и Telegram на сегодняшний день. Касательно вопроса, давайте решим, кто ваш клиент. Все городские жители, у которых хотя бы есть смартфон. А как вы привели первых пользователей, как они к вам пришли? Предприниматели, конечно же, приводили сами, порядка 6 месяцев, когда любое предприятие города Мариуполя может подключить и разместить свою информацию и контактные данные на бесплатной основе. Вас приветствует компания 4EDEV. Shopify Serial Keys – это легкий способ продавать чужеродные продукты. Для Shopify мы разработали приложение. Это дополнительная программа, которая автоматизирует передачу цифровых товаров и ключей к ним. Предприниматель может просматривать заказы и видеть, какие ключи уже куплены. Как это работает сейчас без вашего приложения? Сейчас продавцы продают ключи через крупные порталы. Они договариваются с администрацией этих порталов, открывают там свои странички и реализовывают ключи там. Но там нет пакета по управлению инвентаризацией. Мы хотим дорабатывать функционал по управлению инвентарем ключей. Меня зовут Георгий, и сегодня я представляю платформу для проведения онлайн-батлов. Онлайн-батл — это современное решение межличностных конфликтов, где каждый может высказать все, что думает о своем оппоненте, а также раскрыть свой талант. Знаете, а что заставит блогера уйти с того же самого Инстаграма либо другой соцсети и использовать ваш продукт для того, чтобы там провести батл? Допустим, вы делаете трек по одной тематике, и ваш оппонент делает по одной тематике, и кто лучше раскрыл тему в данной сфере, тот получает больше оценки, то есть это огромное сообщество всех музыкальных жанров, где куча возрастных категорий и людей, интересующихся своем. Я презентую проект Special Smart Guide. Мы створили наш проект для людей, что находятся у складній житєві обставині. Так, структура соцзахисту складна, але важлива.
і ми спрощуємо шлях людини до необхідної установи та надаємо альтернативні варіанти і поширюємо інформацію про соцпослуги. Проєкт цікавий. Як вам зможуть заплатити? Ви говорите, ви бачите город своїм клієнтам. У нас розроблена система пакетів для городів. Це в тому випадку, якщо вони хочуть використовуватися нашим сервісом. Ребята, которых наше жюри посчитали командой с наибольшим количеством достижений. Это ребята из стартапа «Вахта», и также мы вручаем подарочный сертификат на эти услуги. Я благодарю каждого из вас за то, что вы были с нами сегодня, за ваш вклад. Хотела вам сообщить о том, что в августе у нас запускается новая программа инкубации. Всем большое спасибо. До связи, до встречи. Всем хорошего вечера.